Так, это деревня Житкое Знаменского района Орловской области. Ну, точнее сказать, что от него осталось. Здесь когда-то раньше кипела жизнь. Были стада из коров, здесь паслись с овцами. Сейчас живут тут, ну, дома 2-3. Вот на этом месте раньше когда-то был тут купеческий дом. Вообще вот этот луг был раньше, то есть обычный луг, но сейчас скоро это будет все под кладбище. Сейчас попробую идти через речку местную. Если остался мостик. Да, жизни тут уже практически нет. Вот там только вижу один дом. Там все еще жили. И еще где-то там, может, где-то парочку еще подальше. Там целом. Это считается вымершей деревней. Как видит. Очень многие у нас тут. Вон там, куда я сейчас показываю, там уже соседняя там деревня, называется Городище. Да, кстати, то есть название ее как раз и восходит еще к средневековью. Потому что в каждой области можно встретить название деревни с таким именем Городище. Да, вот этот вот, значит, луг на холме, тут ров как раз. Он будет отдан вот в пределах этого рва, отдан будет на кладбище, под кладбище, то есть которое есть. Оно раньше было тут местное всего лишь, а теперь оно имеет статус районного, потому что Знаменское кладбище уже все переполнено, то есть там хоронить негде уже давно. Так, как бы самое главное, не тут не намахнуться. Да, мосты, конечно, еще как бы есть, но интересно, в каком он состоянии. Голос там не уверен, что пройдет. Да нет, вроде бы даже и прошел. В этих местах я провел свое детство, на каникулах на летних. Мы сюда вот приезжали к бабушке с дедушкой. Кстати, бабушка умерла относительно недавно, 2018 году. Да, все подросло. Ну, только стежка одна. Это чудо. Да, тут раньше был такой еще прудик. Купались. Ну, это как бы то есть речка, но тут она заканчивается у плотины. Небольшим таким прудиком. Иду к своему дому, к нашему бывшему, что от него осталось. Он уже обсыпаться начал, это уже давно. Из хозяйственных там построек уже, то есть давно тут местные людишки сдали или себе забрали, короче говоря, сломали там уже, то есть давно все, что можно было, вот вынесли, и соседних тоже домов, так что там уже скоро ничего не останется, наверное, уже все подросло. Раньше тут было оживленней, цивильней. Коровы тут паслись, тут не было. Тут если где, то есть вот трава была, все это косилось. Или же съедалось прям тут же, это самое, стадами.
местными. В общем, иду, это снимаю, а сам понимаю, что одна трава, что тут, наверное, тут на камере-то, в принципе, видно. Ну ладно, сейчас теперь уже вот дойду до начала деревни. Вот начало деревни, вот он уже. Вот дома. Вот это тут дом жилой был, слева это сарай. Такие были тут сысоевые. Конечно, никого. Все умерли. Прелесть то, что, конечно, тут чистый воздух.